Чуть менее 2 недель остается до главного политического события этой осени. В городе пройдут выборы депутатов городской думы 7-го созыва. В соответствии с федеральным законом, наша телекомпания представляет бесплатное эфирное время для проведения теледебатов. С сегодняшнего утра и по 7 сентября включительно в прямом эфире нашей телекомпании проходит выступление кандидатов. За круглым столом в студии телекомпании встречаются кандидаты одного из округов. Первыми открыли череду политических выпусков депутаты 17-го округа. Таковы результаты жеребьевки, проведенной еще в начале августа. Обеденный эфир не состоялся ввиду неявки депутатов 2-го избирательного округа. Завтра же в 7 часов утра за этим столом в формате живой беседы мы пообщаемся с депутатами 10-го округа. Стоит отметить, в случае неявки одного или нескольких кандидатов, их эфирное время распределится между остальными участниками дебатов. Напомним, число кандидатов в депутаты городской думы составило 83 человека по 21 избирательному округу. Сбор участников теледебатов за полчаса до начала эфира. Все подробности по телефону редакции 234-13.